В Измаиле Одесской области покушались на жизнь одного из руководителей городской полиции. Под его автомобиль подложили бомбу. В момент взрыва Андрей прокурор был в автомобиле с годовалым сыном. Неподалеку находилась его супруга с дочерью. Все подробности этого происшествия расскажет Андрей Анастасов. Взрыв прогремел на улице Нахимова во дворе многоэтажки, где живет семья Андрея прокурора. Это замначальника городского отдела полиции. Бомбу подложили под его автомобиль. Сам полицейский в момент взрыва вместе с годовалым сыном находился в салоне, но оба не пострадали. А вот жена и пятилетняя дочь как раз подходили к машине. У ребенка ссадины, у женщины осколочное ранение. В результате осмотра раны и проведения хирургического вмешательства было удалены 3 осколка. Состояние пациентки удовлетворительное. Девочку врачи осмотрели и отпустили домой. А вот мать сейчас в больнице. Ее зовут Екатерина Пуйческу. Она певица, известна своим участием в талант-шоу. Кому мог насолить, муж полицейский не знает. Я вообще не знаю. И такого не было никогда. Никогда не было никаких звонков, ничего, даже близко. Я вообще не знаю просто. Специалисты установили, что под машиной взорвалось самодельное устройство, сделанное на основе гранаты F1. В полиции говорят, что рассматриваются разные версии произошедшего. Андрею прокурору и его семье обеспечили дополнительную охрану. Создана усиленная следственная оперативная группа, которая занимается непосредственно только этим делом. Мы будем признательны всем жителям города Измаил за любую предоставленную информацию. Уголовное производство открыто по 2 статьям. Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное обращение с оружием и взрывчаткой. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы. Андрей Анастасов, Игорь Механошин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область.